Привет всем. Вот я заказал себе новый паяльник из Китая. Сейчас посмотрим, что они мне прислали. Открываем пакет. Он дошел примерно 19 дней. Вот запаковали. Внутри больше ничего нет. Вот сам собственно паяльник. Газовый с горелкой. Сейчас откроем. Так, тут у нас есть жало. Самого лучшего качества, но за 10 баксов еще нормально. Здесь у нас идет горелка, но что-то она еле держится. А, нет, не было прикручено. Прикрутил. Вроде как все нормально. Все держится. Здесь регулятор. Фара. Ставим жало, как оно здесь ставится. Откручиваем горелку, насадку и вставляем жало. Собственно, вот и все. Вот он паяльник. Включен. Здесь заряжается. Так, вполне удобно с ним работать. Уже посмотрим в действии его, как зарядится. Откручивается насадка, и тут тоже откручивается. Здесь уже как полноценная горелка. Ну, собственно, все. До свидания.